пришел с работы, где же ужин? Опять не стиранных 16 пар трусов. Тебе чего, мужик, совсем не нужен? Ты где была последних 7 часов? Победа феминизма в этом мире, но раньше было просто, чтоб поржать. Шо говоришь, ты 7 часов стреляла в тире? Ну ладно, значит, я пошел рожать. А после тира ты куда? По пиву? Понятно, а потом куда? В кабак. На презентацию? Чего? Презерватива? И как же это было? Правда как? Ну все, пошла последняя минута. Колись, потом меня не удержать. Кем вы там прыгали совместно с парашютом? Ну ладно, значит, я пошел рожать. Скажи, ты часом не таскаешь штангу? А может быть, ты суперспецагент? А может, просто экстрасенс, как баба Ванга? А может, вовсе пятый элемент? Перемочила сотни три народу. Вот хватит издеваться над людьми. Нет, все рожать, а после на 3 года уйду в декрет, а ты меня кормить.